Вечеринка в коллекционере на Ярке. Называется экскурсия «Рыбацкая рыбалка». Вот тут все ходит. Наша яхта немалого размера. Захватили все китайцы. Тут ушляются столы, рыбные пушки. Сейчас проплываем мимо острова Феникс. Вот сверху гора. Сюда ходят платят бешеные деньги, чтобы увидеть не оленя кругом, а именно вот этот вот остров Феникс. И вот эти вот, конечно, ночью тут шоу вот так вот. Вот отсюда видим курс. Намного ближе и лучше. Уже это плюс этой экскурсии. Тут с Русью у нас столик. Как говорят, один китаец – это круха, два китайца – это зло. Как таракан. Погода ожидается хорошая. Ожидаем хорошая. Погода. 今天整天都是为了办理潜水的业务啊！咱们三楼的朋友。